Правительство Берлина приняло новый пакет ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. Среди прочих в списке есть запрет на танцы в помещениях. Однако такой меры, как закрытие ночных клубов и дискотек, в перечне нет. Ограничительные меры вступают в силу 8 декабря и предварительно будут действовать до 2 января 2022 года. Немецкие ученые вычислили, что риск заражения здорового человека коронавирусом в хирургической маске при получасовом общении с больным без маски на расстоянии 1,5 метра составляет 90%. Если вместо хирургической маски используется маска FFP2, то риск заражения снижается до 20%, даже при общении в течение часа. Если и инфицированный, и неинфицированный человек носят хорошо прилегающие маски FFP2, максимальный риск заражения через 20 минут вряд ли превышает 1/1000 даже на самом коротком расстоянии. К другим новостям. Сильвестр Сталлоне открыл в немецком Хагене выставку своих работ. Экспозиция работ, приуроченная к юбилею Сталлоне, получила название «Ретроспектива к 75-летию». Здесь можно увидеть около 50 картин, в том числе автопортреты и изображения персонажей из фильмов «Рокки», «Рэмбо», «Неудержимые». Живопись является важной частью творческого самовыражения Сильвестра Сталлоне на протяжении более полувека. При написании картин он использует различные формы искусства, сюрреализм, экспрессионизм и абстракцию. Дрезденская опера объявила, что будет закрыта до 9 января следующего года в связи с распространением коронавируса. Посетители смогут как сдать уже приобретенные билеты и вернуть деньги, так и обменять билеты на ваучеры. Они будут действительны в течение 3 лет.